Как пройти Майнкрафт за летучую мышь? Хей, всем большой привет, дорогие ребята, меня зовут Маус, и сегодня я буду маленькой летучей мышью в Майнкрафте. Вы только посмотрите, насколько я маленькое существо, какие у меня маленькие крылышки, а самое главное, у меня всего лишь 3 сердца, это просто полный кошмар. Но есть еще и один плюс, дело в том, что у меня имеется ночное зрение, потому что мышки ночью очень хорошо видят. То бишь ночью и во всяких разных пещерах я смогу не пользоваться факелами. И кстати, я уже вижу пирамиду, в которую ни в коем случае не помешает залететь и посмотреть, что там будет такого интересного. Что ж, ломаем блок. Опа, упали, смотрите, как здесь светло. Ночное зрение, это действительно круто. Ломаем кнопочку и, конечно же, смотрим, что будет в сундуках. 3 алмаза сразу же в первом сундуке, офигеть. Всякие разные косточки, порох, а вот здесь опять-таки косточки. Окей, сики, нифига себе, как нам везет в пирамиды. Точнее, в пирамидах. Дело в том, что в прошлой серии, а именно как пройти Майнкрафт за Ифрита, я тоже залетел в первую попавшуюся пирамиду, и там было тоже 3 алмаза, представляете себе? Круто, знаете, что теперь мне нужно? Конечно же, деревья, поэтому полетели до ближайшего, допустим, вон того. Минуточку внимания. Ребята, вы только посмотрите, какой офигенский канал я нашел на ютубе. Название канала Uncle Kublai, или же по-русски Дядя Кублай. Очень странно, но блин интересно. Дело в том, что он делает самые офигенные гайды в Майнкрафте. Всякие разные фермы опыта, мобов и так далее, это все на его канале. Поэтому я советую вам зайти и, конечно же, посмотреть. Я уверен, что каждый из вас найдет там для себя кое-что интересное и, конечно же, полезное. И если вам понравится, конечно же, подпишитесь на его канал. У него уже очень скоро будет 20 тысяч подписчиков, поэтому давайте поможем набрать ему это количество. Я думаю, то, что вам будет несложно, а ему, конечно же, приятно. Также под его последним видео напишите то, что вы от Титмауса. Пускай удивится, сколько у него много комментариев. Поверьте, он реально этого заслуживает. Ссылка на канал Дяди Кублая будет в описании. Желаю всем приятного просмотра, мы с вами продолжаем. Я летучая мышка, опасная. Ой, господи, я в траве. Кстати, в траве можно скрываться, это прикольно, я буду незаметным. И кого я здесь вижу уже, смотрите, коровка. А ну-ка, получай по своей попе жирной, я хочу тебя убить и получить мясо. Куда ты от меня убегаешь? Иди сюда. Так, почти что уничтожили. Замечательно. Первая кожа и первое мясо у нас уже есть. Дерево собираем. Опа. Вот и все, целых 7 акаций. Это просто прекрасно, потому что уже можно сделать себе досточки. Из досток верстак и, конечно же, инструменты. Кирка готова почти что. Корову не толкайся, уйди в попу. Уйди какая, уйди отсюда. Пока я тебя не уничтожил и не сгрыз своими клыками. Иди сюда. Быстро, я летучая мышь злая. Ладно, все, вроде как я ее спугнул. И последнее, на что мне хватает, это, конечно же, на меч. Дело сделано. Полетели дальше разведывать эти шикарные просторы. Мало ли найдем еще одну пирамиду или, допустим, деревню, было бы прикольно. Как же я прикольно машу этими шикарными крылышками. Мне очень нравится, надеюсь, что вам тоже. Я уже нашел озеро лавы. Знаете, что теперь нужно? Конечно же, вода, но мне на ведерко не хватает пока что. Поэтому нужно быстренько найти себе шахту и в этой шахте железо. Кстати, а вот они и первые мобы, а именно скелетон, который, к счастью, на меня внимания не обращает. Я ведь всего лишь маленькая безобидная мышка. Железо, а ты где? Не расстраивай меня, ты должно быть здесь. Нету его, пипец. Вот это пещера, конечно. Ну, хоть здесь, надеюсь, уже шахта нормальная попадется, пожалуйста. И опять пустая. О боже мой, наконец-таки, нормальный Гранд Каньон. Посмотрим, что у нас будет здесь. Тут железо явно находится. Да, вот оно, собираем. Ой, боже мой, кто такой? Эндермен, ха! Надо тебя убить. Подлетаем на безопасную высоту и, конечно же, стараемся его уничтожить. На, получи по попе. Ты куда это делся, я не понял. Ах, вон ты где оказывается. Ну иди сюда. Летучая мышка идет на охоту. Е-бой, ничего не выпало, только призрак, во, и все. Грусть, печаль, зато я вижу еще одно железо, поэтому срубаем его. Я думаю, столько хватит. Ой. Летучая мышка, ты чё так рыгаешь? Вы видели, что она делает? Вот это вообще, конечно. Совершенно неинтеллигентно. Кстати, камень соберем тоже. Вау! Чуть в лаве не умер. Все, на печке, думаю, должно хватить. Пам-пам. Готово. Ах да, мне же еще и уголь нужен. Собираем. И еще немножко камня. Кстати, ребята, уже ведь ночь наступила. Смотрите, как темно. Луна, но мне вроде как нормально. Будто день. Кстати, эндермен еще один там. Положили железо, стараемся испытать удачу. Еее, первая эндерперла уже у нас. Летучая мышка самое идеальное существо для выживания в Майнкрафте. Дело в том, что она маленькая, проворная и выглядит очень безобидно. Монстры просто в афиге, когда она на них нападает. Ставьте лайки, если вы тоже так считаете. И кстати, я не понял, смотрите-ка. Ты че еще лайк не поставил? Или не поставила? Я не понял. Давайте, давайте, не ленитесь, ставьте лайки, а также все, кто еще не подписан, я вот тут вижу, надо бы вас загипнотизировать на подписку. А ну-ка быстро подписывайтесь на мой канал, иначе я прилечу к вам ночью. Помогло? Надеюсь, да. Спасибо огромное всем, кто подписался. Добро пожаловать в нашу титмаусовскую семью. А мы тем временем собираем железо, которое уже полностью доплавилось почти что. Ведро готово. Нагрудник, штанишки и ботиночки. Все, я защищенный парень. Одеваемся. Водичку собираем и, конечно же, быстренько идемте к этому озеру лавы. Для того, чтобы ее быстренько взять затушить.
и, конечно же, начать добывать обсидиан для портала в ад. Последний блок остался, давай, все, все 10 штук. Водичку забираем и, конечно же, строим портал. Тянь-тянь-тянь-тянь. О, вот это я, конечно, дурак, ну как же так можно косить, я не понимаю. Ну все, мне срочно нужен гравий. Где ты? По любасу в этой пещере где-то он будет, я надеюсь на это. Вау, два эндермена рядом. С ними нужно расправиться. Подходи. Ничего не выпало. А вот со второго проверяем. Да, выпало. Целых две эндерперлы у нас уже в руках. Эндерперлы собрала. А вот и гравий, быстренько добываем себе кремень. Давай, скорее, и выпади, не выпал. Блин, ты что такой говнюк-то, да опять не выпадает. А ты выпадешь? Ебой. Пипец, вот это я, конечно, тупая летучая мышка. Мне опять нужно железо, потому что то я все потратил. Опять искать. Наконец-то, нормальная расщелина с железом. Сплавилась. У-ху, какой красивый, какой синий, фиолетовый. В принципе, как и обычно, да-да. Но в любом случае, за летучую мышь в портале я еще ни разу не был, вернее, в аду. Так что прямо сейчас мы с вами туда отправимся. Но секунду, у меня же нет еды. Это нужно тоже быстренько исправить. Капец, посмотрите, как офигенно с ночным зрением в этом аду. Он такой красный, насыщенный, как будто какой-то... вишневый компотик. Здравствуйте, товарищ! Умирайте, парень! Ты чё орёшь-то так, а? Жесть! Еще и покакала маленькая копия себя. Опа-на! А вот она и крепость. Здравствуйте, товарищи! Не хотите ли сразиться? А я хочу! Погибайте, парни! Вау! А палочкой? Нет! Фух! Думал, в лаву упадет. Первая палка есть. Новое достижение. Даже целых три новых достижения. Вот это, блин, комбо, конечно. Очередной фрит находится вот здесь. Господи, нифига себе, как он меня хорошо ранил только что. Железная броня меня конкретно спасает. Иначе бы я уже давным-давно сдох. Надо перекусить. Затем здесь это дело перекрыть и, конечно же, опять напасть на эфрита. Вау, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не убивай, не надо стрелять, пожалуйста. Вот это здесь орда, конечно, их. Офигеть. Слышь, ты что такая жесткая? А? Бежим. Вау, ребята, меня подожгли снова. Один хп остался, представляете себе, как это было опасно. Перекусываем и, конечно же, продолжаем. Мы с вами мышка неугомонная, которая вообще безбашенное существо, которое готово на все ради палочек эфритов. Они ж такие тепленькие. За бога Майнкрафта и за всю вселенную. Там два нагренных эфрита на меня. Это плохо вообще, очень-очень-очень. Иди сюда. Вау, ребята, я ухожу. Фух, у меня уже есть 7 палок. Давайте этих еще быстренько добьем. О, господи, там еще и свинозомби. Все, ребята, я побежал. А точнее, полетел. Стоять. Тормозим, копыта. Иди сюда. Благодарствую за ни за что, понятно. Думал, эндерперл выпадет, не повезло. И сейчас самая главная цель, это, конечно же, найти портал. Вон он. Так-так-так-так-так, отлично, приземление мягкое получилось. Здравствуй, сказка, здравствуй, лес, мы попали в край чудес. Эндермена мы убьем, и дракона мы получим. Вот такой рифмоплет, лучше бы рифмы я не делал. Я летаю словно пыль, потому да и поэтому. Сойдет. Ну что же, палочки мы с вами уже добыли. Остается сделать что? Конечно же, окендера. Что ж, давайте быстренько запустим первое окендера, куда оно полетело, вон в ту сторону. Окейсики, выпади, пожалуйста, мне умоляю, прошу. Мои молитвы сработали. Фух, думал, в лаву упадет, а лава находилась вон там. Ну что ж, полетели дальше. В поисках эндер крепости. Надеюсь, что уже очень скоро я ее разыщу. Давайте запустим еще одно окендера, куда оно полетит опять туда же. Окейсики, понял. Иди-ка сюда. Спасибо большущее. Кстати, уже глубочайшая ночка. Постараемся запустить вот отсюда, что будет. Опять летит в ту же самую сторону. Выпади, молю. Пум, не выпало, блин. Последняя окендера осталась, окей. Пробуем запустить еще раз, куда полетит уже в другую сторону. Ребята, это где-то здесь, рядом. Все, окендера больше нету. Ладно, ладно, сейчас разберемся. Может быть, из океана где-то она будет торчать здесь, эта самая крепость. Вроде бы как нигде не торчит, окей. Нам с вами срочно нужна пещера. И, по-моему, вот здесь я ее вижу, да? Да, смотрите, это заброшенная шахта, круто. Дайте-ка пройти, пожалуйста, сюда. Все, скоро я смогу дышать, наконец-то. Фух, ну-ка, ну-ка. Крепость, здесь ли ты? Да, пока что здесь ничего такого интересного я не вижу. А если прокопаться немного пониже... Сплошная пустота. Окей, сики. Не повезло. Понял, принял. Мне нужны еще одни эндермены. Вот он, наш красавчик. Парень, получай. Эндерперла выпала. Пока я искал эндерменов, я немного заблудился. Поэтому давайте заново проверим, где же все-таки находится крепость. Так, летит вон туда. Прям-таки прямо, прямиком. Выпади, прошу, спасибо. Стой, все, забрали. Хим-хим-хим. Где же это может быть? Непонятно. Запустим вот отсюда и проверим. Опа, летит вон туда уже. Ого. Направление меняется. А, выпала, блин, эта штука. Означает то, что где-то портал все-таки находится прям-таки вот тут. Надо срочно найти какую-то пещеру или просто прокопаться. Сейчас проверим, что там может быть такого интересного. Не, ничего пока что такого я не нашел. Окей, попробуем вот так сделать. Так, я куда-то вырылся, и здесь ничего такого нету опять. Ни одного намека на крепость. Опа, что-то вижу. Это опять-таки обычная шахта. Ладно. Вновь нам с вами немножко не везет. Алмазы, повезло. Ути какие, собираем. Ебой, ух ты, еще один. Классно. А еще будет? Есть, ребят. О, офигеть, сколько их много. Собираем. Отлично.
Отлично, прекрасно. Больше алмазов, больше. Ух ты, какая расщелина. Самое главное здесь не упасть в лаву, конечно же. Я все еще надеюсь как-нибудь отыскать крепость. Надеюсь, что мне повезет, но пока что совсем не везет. Поэтому я решаю, наверное, быстренько взять и вырваться наверх. Для того, чтобы поубивать еще немножко эндерменов. Ура, я снова на свободе. И я опять немножко потерялся. Блин, что такое-то, а? Я опять забыл, в какой стороне находится портал. А вот и наш красавчик. Пожалуйста, дай мне эндерперлу, прошу. Нифига, не получилось, не вышло. Эй, ты меня не достанешь. Не-не-не-не-не. Еее, выпало. Я вижу еще одного эндермена. Вау, у меня пол хп осталось, кошмар какой, кушаем срочно. Фух. Восстанавливаемся и, конечно же, продолжаем его добивать. Последний удар, да, ребята, еще одна. По-быстренькому строим столб с направлением. И, конечно же, зарываемся. Но крепости я здесь опять-таки не наблюдаю. Да ладно, кого я встречаю? Это же моя сестричка летучая мышка. Офигеть, как мы похожи. Просто близняшки, сразу видно из одного помета. Пойдем со мной на этого эндер-дракона, пожалуйста. Я слишком крутая, чтобы тебе помочь, пока. Вот это было сейчас унижение, конечно. Что ж, ладно, летим дальше. Попытка номер 255. Роемся еще раз ниже и смотрим, что будет. Тут ее нигде совершенно не видно. Ребята, видно! Наконец-то, скелеты, вы понимаете, я наконец-таки нахожу крепость. Крепость и только моя. Здравствуйте, господи. Новое достижение. Недреманное око. Или недреманное, неважно. Фух, ну все, осталось самое более-менее легкое. Это, конечно же, отыскать сам портал. Кстати, там находится лава. Неужели то, что мне нужно? Ну-ка. Нет, не то, блин. О, сундук, не. Фига. Вау, эндерперла, круто. А еще что здесь такого интересного будет? Опять-таки библиотека, не хочу туда идти. Там ничего абсолютно интересного. Ладно, спускаемся. Ребята, я нашел чешуницу, что ты так пугаешь меня? Иди сюда, я тебя сейчас быстренько уничтожу, хотя, наверное, вряд ли это сделаю. Не надо, я просто сломаю данный спавнер и все, потому что если сломать одну чешуницу, вернее убить, сразу же вылупятся рядом еще одни. Здравствуйте, раз, два, три, три эндержемчика уже здесь. Это хорошо, запускаем еще один, вернее ставим. Крафтим очередного кендера, опять-таки тоже его расставляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь штук. Нахождение портала я запомнил, сейчас быстренько выберусь и, конечно же, его отмечу здесь. Все, пусть все знают то, что это у нас находится крепость под ним. Вот такой вот большой и красивый, господи, какое темное облако, туча, гроза надвигается. Ладно, мне нужны эндермены, где вы? Правильно, вон там. Я думаю, вот что сделаю себе сейчас. Во-первых, это, конечно же, алмазный меч, а во-вторых, это алмазный нагрудник. Вот это я понимаю, теперь я максимально защищен. Правда, можно было бы еще и шлем сделать, но я, пожалуй, обойдусь без него. Сразу же два эндермена рядом, убиваем, конечно, их. Первая есть эндермен. Вторую не получили пока что. Ах да, я ж совсем забыл, мне же еще и снежки нужны. Поэтому давайте сделаем каменную лопату, выкинем всякий ненужный хлам и, конечно же, добудем чуточку снега. Я думаю, два с небольшим стака мне хватит. Еее, вторая эндерперла. И ехо, нифига, уже третья. Ребята, осталось всего лишь 4 штуки. И что это происходит? Смотрите, толпа волков охотится на скелета. У меня же есть целых 15 костей. Чуваки, давайте я вас покормлю. Во-первых, сначала добью скелета этого. Все, они успокоились. Приятного аппетита. Тебе приятного аппетита. Давай кушай. И тебе. Все, ребята, у меня 3 песика. Вот это да. Вы когда-нибудь видели, что летучая мышь приручала собственных волков? С ума сойти. Погнали, песики, за мной. В атаку на эндерменов. Вот они. Давай, бейте его, песики. Молодцы. Получается у них, смотрите-ка. Четвертое. 3 штучки осталось. Пожалуйста, хоть бы себя она тоже выпала. Да, пятая. Хорошо, песики, молодцы. Добыли мне эндерперлу. Просто красавчики. Давайте добываем последний. Выпало, все, ребята, все 7 штук. И сейчас самое главное, это, конечно же, найти то место, где я, получается, вырвался. Вон там это. Шикарнейший, огромнейший столб. Небоскреб. Давайте, залетаем. Песики, вы со мной, что ли? Серьезно? Да ну нафиг, прикольно, прикольно. Давайте, копаемся. Есть, все, ребята, я там, где нужно. Песики тоже рядом, по крайней мере, один. Неплохо. Смотри мне в глаза. Видишь мой глаз? Да-да, неплохо. Вот это был взгляд сейчас. Ну что же, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, семь, семь. Во! Братан, иди туда, давай, 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 ну давай же, ну скорее, ну, я за тобой сразу же. Ну все, ребята, я готов, полетели, воу! Вот это место здесь, ух ты, как красиво, с ночным зрением, смотрите, все фиолетовым переливается. Песик, иди сюда, молодец, все, ты здесь, и чё? А ну вставать, не дремать ни в коем случае, все, садись, давай, иди сюда, он здесь. Капец, как прикольно подсвечиваются столбы. Ставьте лайки, если вам тоже нравится ночное зрение. Еее, почти что все уничтожили, господи, дракон, поаккуратнее будь. Я очень маленькая и уязвимая мышка, смилуйся.
надо мной. О, господи, я могу туда... А, вот так это работает, оказывается. Давайте попробуем. Снежки попадают? Не попадают туда снежки. Что это такое? Почему? Спокойнее, все в порядке. Песик, прости, он жив. И теперь ломаем эту часть. Песик, спускайся. Молодец, все, ты тут, тут. Отлично. Кабум, е-е-е! А ну, присаживайся. Все, с песиком все хорошо. Дракон больше не регенится. Осталось дело за последним, а именно его уничтожить. Господи, как он меня сейчас ранил хорошенько. Окей, постараемся подлететь и его ударить просто так. Отлично, получилось. Первый удар нанесен. Сокрушительная мощь. Сокрушительный удар. На, еще, еще, еще. Ой, он мне сейчас тоже хвостом легнул хорошенько. Ух ты, а кто это регенится садится? Конечно же, эндер-дракон. На, получай по попе. Уничтожаем челика. Смотрите, как хорошо урон проходит. Просто-напросто жизни все меньше и меньше, меньше и меньше. Отлетаем. Боже мой, один хп остался. Нужно вовремя отлетать, чтобы таких казусов больше не случалось. Опять садится, он регенится. А мы тем временем стараемся нанести ему максимальное количество ударов. Так, ребята, 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 опасно, опасно, опасно. Уходим. Боже мой, опять меня ударил он. Все, по-моему, это его последнее приземление, братья. Давай, я почти это сделал за летучую мышку. Так, последние удары и да, ребята, наконец-то. Едь, детка. Вот ты опасен, конечно. Так, песик, ты где? У меня для тебя осталась говядина. Вот он ты где у нас находишься, да? Да. Приятного аппетита, все, наелся. Вставай, пойдем быстренько к порталу. Ну что же, ребятишки, я очень надеюсь, что вам прохождение за эту летучую мышь очень понравилось. Если это так, то вы знаете, что делать. Конечно же, ставьте лайки. Кстати, песик уже немножко телепортировался вон туда, именно в свой мир. Также, все, кто еще не подписан на мой канал, конечно же, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. И если вы еще не смотрели другие ролики по теме, как пройти Майнкрафт, я советую вам их заценить. Ну и все. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в других видео.